пропавшего в Ачинске 12-летнего мальчика, нашли в реке мертвым и с ранением ножом. Поскольку на теле ребенка есть ножевое ранение, возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Мальчик исчез еще 16 ноября, просто не вернулся домой из школы. Мать обратилась в полицию вечером 17 ноября, поскольку думала, что сын может где-то гулять. Раньше он порой уходил из дома, но всегда возвращался к вечеру или утром. При этом семья школьника считается благополучной. Следы крови нашли в доме друга убитого мальчика. Об этом сообщили в прокуратуре. Известно, что после школы мальчик пошел именно к другу, и больше его никто не видел. Помимо ножевого ранения, на теле ребенка обнаружены следы от ударов предположительно. Мальчика забили топором, потом, чтобы добить, использовали нож. По данным Следственного комитета, 12-летний мальчик провел в доме своего друга прошлую ночь. На причастность к преступлению проверяют друга и его отчима. Парнишку два дня искали порядка 100 человек спасатели, полицейские, волонтеры. К сожалению, нашли мальчика мертвым. Тело отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину гибели.